Сегодня покажем, как одеть плафончик вот без ключика. Так-то существует ключик, но если этого ключика нету, покажем, как без ключика одеть простой отверткой накрутить. Вот такие плафончики, они узенькие. Рука у нас, видите, туда не вылазит. Плафончик очень узенький. И сейчас покажем, как легко одеть простой отверткой. Так, давай. Так, откручиваем барашек. Ставим плафончик. Вот, главное, барашек нам поставить. Вот, чуть-чуть мы это сделали. И все, и отверточкой вот так вот закручиваем. Главное не затягивать сильно, чтобы стаканчик у нас не треснул. Так вот, закручиваем. Все, стаканчик укрепили. Все, вот так вот. Так, сейчас покажем, как еще один. Откручиваем барашек. Ставим стаканчик, плафончик. Главное, вот барашек нам поставить. На потолке, конечно, сделать будет немножко потруднее. Все, и отверточкой простой закручиваем. Главное, не затягивать. Все, стаканчик укрепили. Давай, сейчас еще один покажем. Так, откручиваем барашек. Ставим стаканчик. Главное, барашек вот укрепить. Поставить, вот наживить. Так, вот пальчиками. Так, и отверточкой. Раз, 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 раз. Все. Конечно, ключом удобнее, но если ключа, допустим, в комплекте нету, или просто его потеряли, можно просто использовать отверточку. Так, еще один стаканчик покажем. Давай. Так, вот сюда. Так, еще один стаканчик. Откручиваем барашек. Ставим стаканчик. Барашек ставим. И отверточкой вот так вот, на эти там рисочки такие есть. Рисочки. И по рисочкам отверточкой. Все, главное не затягивать. Все, стаканчики у нас укреплены. Так, и доставляем все оставшиеся. То же самое. Откручиваем барашек. Ставим стаканчик. Главное барашек поставить. И отверточкой вот так раз-раз-раз на эти рисочки. Очень легко. На потолке просто этот стаканчик придерживать. Вот так вот стаканчик придерживаем. Если будем это делать на потолке. Здесь, конечно, нам полегче. Так. Все, главное не затягивать. Вот так вот все, стаканчики мы поставили. Узенькие стаканчики. Так они вот очень узенькие. Так, лампочку сюда использовать лучше свечечкой. Да? Так, лампочки вот такие вот использовать лучше свечечкой. Ее легче будет закрутить и, естественно, выкрутить. Вот она легко входит, чтобы рукой туда не лезть. Вот так вот за эти вот штучки. Раз. Мы ее вкрутили. Ее, во-первых, вкрутить легко. Ничего она не выпирает у нас. Лампочка хорошо встает. И потом выкрутить ее тоже будет легко. Вот раз, раз и выкрутили. Все. Так. Это мы показали, как закручивать. А откручивать я показывал в том видео, в другом. Ну, вот сейчас покажем. Давай покажем, как откручивать. Откручивать без ключа тоже легко. Так. Это мы вот снимаем. На потолке снять, наоборот, легче будет. Все, и вытаскиваем стаканчик. Все. Так. Также за стаканчик крутим. Отверточкой помогаем. Придерживаем стаканчик. И снимаем. Так. Следующий. За стаканчик крутим.